Всем привет, я Алексей Загребельный, добро пожаловать, друзья, на мой канал. И это очередной выпуск из жизни Аморфофалуса бульбифера. Вот он, какой уже распустился листик, большущий, просто большущий. Вот лист чуть меньше ладони в длину каждый. Вот такая вот пальмочка с шестью листиками, вот вы видите. Тут, кстати говоря, вот такая вот пупырка. Ну-ка, приближу ее поближе. Это могут вызреть как раз в таких местах клубеньки. Поэтому он и называется Аморфофалус бульбифер. Бульбоносный. Ну, что я могу сказать? Корневая система у него очень густая. Я его перевел уже на полный полив. То есть, он поливается от души раз в неделю, правда, единственное, что чаще я его, к сожалению, не вижу. Вот. Шикарно растет, тянется все время к свету. Вот. Пальмочка, видите, такая кривоватая. Это вот он как раз в плоскость стекла упирался на окне. Но его, когда разворачиваешь, он потихонечку начинает обратно в свою сторону клониться. Вот, и выпрямляется, а потом опять упирается в окно. Вот такой вот он чебурашка. Вот, что могу сказать. Пока еще не подкармливаю. Вот, скоро запущу как раз удобрение вот это вермикофе. Вот, Геннадию Мулярчику огромнейшее спасибо еще раз за шикарные подарки. Вот, будем этими подарками кормить вот этого вот обжорку, который очень любит покушать различные органики. Вот. Так что вот так вот. Жив-здоров и растет. К сожалению, замерить высоту листа не получилось. Рулетка сломалась. Вот. Порезала мне палец, зараза. Вот. Ну, на следующей неделе привезу другую. Вот. И замерим, сколько же он тут в высоту. Ну, сантиметров, наверное, 50 это точно лист. Вот. То есть, он длинный очень. Вот. Посмотрим, сколько же все-таки ему осталось годиков до цветения. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Красивых и здоровых вам, ребята, растений. До свидания.